Шоу Лия Вербуха покорили сердца зрителей во всем мире. Мюзикл «Огни большого города» успели оценить в Лондоне, Пекине и Москве. Яркие номера, красочные костюмы, живой вокал и, конечно же, звездный состав артистов. Все это делает представление действительно уникальным. Зрителей и гостей шоу поприветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов. Это действительно будет замечательное действие. За 33 дня наши гости города, жители нашего города смогут посмотреть эти замечательные представления. Более 300 тысяч зрителей посетят ледовое шоу. Мы говорим: добро пожаловать, гости нашего города! Огромное спасибо вам, что сегодня вы пришли на наш первый, действительно первый и безумно волнительный спектакль здесь, в этом Олимпийском дворце. Премьера удалась, зрители были в восторге. Сами артисты тоже остались довольны. Шоу «Лия Вербуха» на курорте до конца года. Программы будут сменять друг друга. Артисты ждут зрителей каждый день, кроме понедельника. Выступления проходят с 18 до 21 часа. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.